Всем привет и доброго времени суток. С вами Миссис Геймер, и сегодня представляем вашему вниманию видео о Зиро. Для тебя Каст Раша. Мы находимся в городе Liberty Bay. Место для ханта расположено рядом с депотом, что делает его легко доступным. Можно быстро разгрузить труд, не тратя много времени на дорогу. Это место ханта лучше всего подходит для магов и паладинов. Но чтобы себя хорошо и комфортно чувствовать при ханте, нужно защитить себя. В нашем случае мы одеваем кулон на защиту, там 20% защиты от энергии. В нем 200 зарядов. Если не до конца использовать заряды, то можно перекладать еще в магазин. Для друидов и сорков нужно одеть сет с защитой от энергии. Мы идем на новое место ханта. Оно было открыто летом 2015 году. Лучше всего место подходит для паладина и мага. Аверна. У каждой особи по 1825 жизни, и при этом за каждую дают по 1550 экспа. В общем-то, мы сейчас бежим на место ханта. Место достаточно хорошее. Оно зачастую окупает себя и остается даже с излишком. При этом также можно выбить бутылки на ману и на жизни. Итак, сейчас мы сделаем кружочек, посмотрим наше место. Ну и потом оценим наше. Let the ball.
the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Итак, мы сделали первый круг. Теперь посмотрим на наши результаты. У нас получилось 280 тысяч XP. Это вместе с премиум станиной. Сейчас мы сделаем еще один круг и посмотрим, сможем ли мы повышить наш результат. Итак, мы сделали еще один круг. У нас получились такие результаты. 360 тысяч XP – это вместе с премиум станиной, что довольно-таки неплохо. Сейчас мы сделаем еще один круг и посмотрим, что же у нас получится. We will stand together.
На завершающем кругу у нас получилось 330 тысяч экспе, что немного меньше, чем за второй круг. В среднем это значение у нас вышло за все три круга где-то 300-350 тысяч экспе. Лут за это время мы насобирали на 20 тысяч, то есть наш хант практически окупился весь, но дополнительно мы не заработали. При этом при всем мы получили хорошее количество экспе. Всем спасибо за просмотр. До свидания.